И всем привет, дамы и господа, всем привет, братья. Смотрите, нас немножечко поменьше, у нас этих стульев побольше, одного человека не хватает, потому что он пал в жестком бою, но нас четверо, и у нас хватает сил для того, чтобы пойти на пятого босса. Правильно, братцы? Привет. Всем привет. Да. Что у вас там еще на повестке дня у нас? Разговаривайте, говорите с нашими друзьями. Так. Для тех, кто ждал серию со стороны Кента от меня, и почему ее не было, потому что я уволень, и у меня не записался звук голосов, поэтому серию я не выкладывал. Очень долго по этому поводу ругался. Да, да, да. Дальше. Олег, рассказывай. А я что скажу? Я все как обычно. Олег, все как обычно. Короче, друзья мои. Никого не должен. Да. У Сереги пропал голос, он слишком много разговаривал, потому что у него тоже канал как бы в Ютубе есть, он там слишком много видосов выложил, и поэтому гляньте ссылочку у Сереги в этом в описании под видосе, под видосом, ссылочку Олега и ссылочку, конечно же, у нашего братца, хотел сказать, алкоголика. Нашего бро. Нашего бро, короче. Так что, друзья, мы идем сегодня, это в полном серьезе уже, идем на пятого босса. Это у нас пятый, последний босс. Надеюсь, разработчики еще кого-то добавят, но пока что у нас только пять. Мы их всех завалили, четырех, а это будет пятый. Погнали, по чуть-чуть. Одно маленькое но. Еще после обновлений их, говорят, сделали пожестче. Да. Вот, так что мы сегодня будем прям хорошо потеть. Да, у бро было одно но. Вот это новое озвучил Олег. А, какой да? Он... Олег, молодец у нас, да? Прям читает прям эти... Читает мысли. Он мысли читает. Тырит мюсли и читает мысли. Вот такой вот у нас Олег нехорош. А что тут, по одному в телепорт можно залезть? Да. Зачем? Четвером залезли, все нормально. Запихались, да? Ой, сколько вас там... Мужчины с телепорта. Друзья мои, вот это вот все, что у нас тут находится. Бро, рассказывай, что это за хрень у нас такая, да? Это хрень, чтобы спасти портал от грязных гоблинов, чьи деревни находятся рядом с местом спавнера Идулта. Я все еще никак не... А мне дверь нравится, вот это вот. А мне не нравится, давай уходи. И чтобы гоблины не этого не заходили, нужно еще закрывать ее. Да. Так что... Капитально подготовились к боссу, потому что да, мы не знаем, сколько по времени мы будем его гасить, сколько раз мы будем умирать, поэтому мы поставили здесь кибитку для... Во-первых, того, чтобы... да, пойдемте сначала кровать регать. О, да, зарегать. Сначала регать кровать, да? А я зарегал. О, я зарегался у нас там на первоначальной базе. Друзья, вы понимаете, как у нас тут и бро, и Серега Древний тут напостроили, замутили, короче... Бедные чуть не спали в этой игре, но для того, чтобы все было хорошо на видосе, это нужно делать. Так, по чуть-чуть. Так и мы потихонечку идем, короче, в нашу хибарочку для того, чтобы зарегаться. То есть, если нас убьют, чтобы мы здесь прям появились. Так, это бро, это где моя кровать? Эти, вот она, не занятая, вот. О. Сейчас я поднимусь. Сейчас ты это сделаешь, ты, мы знаем, да. Я не собираюсь засыпать. Так, все? У нас есть в этой части, как его, земли, так скажем, у нас есть тут какой-то городишко с гоблинами. Сначала мы пойдем его, походу, вырубать. Два даже. Ну, я видел один. Так что и после этого сразу к боссу, правильно? Да. Аллилуйя! Погнали. Ну, аллилуйя, это опасно делать, аллилуйя здесь. А у меня хп полное. А-а-а, красавчик, да? Хп много, да? Да, также я подготовился в плане того, что сварил дополнительно нам очень много ячменного вина. Очень много? Очень много. У меня еще с собой его 37 штук, 36. В смысле, у меня одно. В чем проблема? Я чуток не понял. В чем загвоздка? Олег, погоди, в своей очереди, Олег. Я только что же скинул. Понял, но это не мне, походу. Две штуки мне скинули, и Олегу вот скидывают. В смысле две, я больше скинул. Не, у меня две штуки сейчас скинулись. Вот, это древний, короче. Так, ну это против зажмутил. Огня. Босс у нас огненный. А мы не к боссу сейчас идем, мы идем к этому, да? Будет нет, нас жарить. Вот. Ну, а гоблины тоже бегают с факелами, так что нам сейчас и это тоже пригодится. Да, негодяй. Кстати.
Да, погнали быстренько мачкнем гоблинов. Это у нас просто для красоты, что было просто антураж такой хороший, так, костришка. Да, да нифига, будет дождь, будем у него греться. Да, вот так. Здоровье и выносливость там хорошо восстанавливаются. Ну, будем греться до первого удара босса. Блин, нахера нам тут туман сейчас? Прям при записи, да, строили всякую хрень, тут делали всякую ерунду, блин, и нифига не было. Была чистая, хорошая погода. Вот, а я хотел себе еще, кстати, сделать алебарду, но что-то затыкал. Завтыкал. Ты давай, веди нас к этому, к поселению. Ты думаешь, я помню, где оно критично находится? А кто помнит? Древний, ты помнишь? Я слушай, вижу, а если оно так далеко, зачем оно нам нужно вообще? Потому что с него постоянно бегут гоблины. Да. Давай нам нужно напрячь, короче, этих гоблинов, чтобы они к нам не бежали. Они, когда будет поздно, они придут однозначно. Ну да. Древний у нас страдает, он слишком много кричал по ходу на предыдущем боссе, короче. Кричал, наорался так, что голос потерял, короче. Потерял голос. Крадитесь. Крадемся. А голос, погодите нас, погоди. Так. Блин, стоп. Погоди, мы же тут стрелы эти хорошие тратить не будем, мы стрелы будем держать для босса. Кстати, да. Тут можно огненные, по идее, максимум. Так, вы пока делаете, я пойду алебарду все-таки себе. А, я не блин, сделаю. Ну на тумане, ё-моё, блин, грёбаный туман. Ух ты, в смысле алебарду, мы ждем тебя, давай. Давай, сагри парочку штук. Ух ты ж, ё-моё, какой он немаленький. Ты огрос, что этот сагри. Ну чё? А, начинаем с великих. Да, давайте с великих. 20-то. О, ну, чё-то он да. Такой мощный-то, чувак-то. Ну, успокойся, чувак. У меня сейв прошел. Здоровая хрень, блин, такая, а? Древний, тебе треть хп ушло. О, все, сломали. Все нормально. Че с него хорошо падает, кстати? Металл и монеты. И монетки. Да, сейчас потихонечку. Ой, все, они сами выманились. Да, потихонечку. О, двухзвездочный! Ого! Ух ты ж, ё-моё. Ни хрена себе, блин, копье, блин, в меня прилетело. Больно, да? Да, вообще капец. Оля, эх, нифига, экраном не забегал. Твою же медь, блин, с одного удара. Хрена себе, нет кентавра. У меня тоже 19 осталось. Он меня пробил прям щит. Так, взял магику. Да, вот так. Вес тоже прибавим себе, 450, что было. Одевай, вот так, отлично. Смешно им. Все, давай рубить дальше их, да? Все здесь? Да. Оделись? Не-не-не, я еще нет. Мы же далеко находимся. Олег, ждем тебя, короче. Ты у нас главный мочитель. Мочитель гоблинов. Но. Твою же медь, бля. Я забыл покушать. Сейчас я поем. Я пас. Гоблин, а твою мать, уйди отсюда. Так, смотри, вот так. И хлебушек. О, вот он, видишь, сыпь. Вот этот хорошо сейчас. Факелами они. Так, ну тогда в таком случае я вот так вот сделаю. Ай-яй-яй, как больно. Так, кто? У меня нет... Так. Нормально, горит. 25 хп. Ой. А я и не пожрал, короче. Пожри. Я не пожрал. Не забывайте кушать. Кушать это важно. Иначе будет больно. А так, кто-то там еще остался? Конечно, там целый. А, там еще здоровый остался. Там здоровые шаманы должны быть. А мы ждем, пока хабашечка поднимется. Сейчас хабашечка поднимется. Давайте подождем. Давай, здоровая тварь такая, ты здоровая, давай. Хренась, давай. В спину его, ни хрена себе мы его замочили-то, а? Там еще один большой. Я пару раз стрелу в него закинул. Давай, деньги дай. Деньги, вот так вот. Деньги. 400. Так, ну что там, хихикают еще, да? Надо шаманов оттуда выманить, потому что они дают щиты своим. К своим, да? Теоретически, вон, видишь? Сейчас он к нам пойдет сейчас. Да. Еще здоровый есть, блин, да, твой мать? Да, вот он щит дал. Щит хорошо, но не он для нас. Да. А он пропадает, щит? Очень долго ждать надо. О, было. отойди, бро, я вижу, ты вообще ему ничего не принес. Ни дамага, ни хера. Большого давайте бить. Твою же медь, пол хп снял. Ай-яй-яй-яй. Бьем года. Отлично. И гоблин. Все,
шаману... А вот это шаман. У нас... Мы сейчас на разогреве, короче. Да. Перед боссом. Ох ты ж, ё-моё, что там за синяя хрень? Твари взрываются, поджигаются. Вон еще один шаман. Я хилку, короче, заюзал. Ну его нафиг. А, их три шамана? Их по-разному количество бывает. Блин, я эти стрелы хорошие не хочу тратить на них. У вас лишние прям есть? Прям так, что по 200. А, стоп, а у меня огненные есть. Я сейчас огненные буду фигать. Но у меня есть 133 этих ледяных. А я ячменные два вина хряпнул. Чтоб у меня урон от огня был поменьше. А шаманов... Кстати, вариант. Ячменный. Тихо, иди сюда. Ну, давай, бей меня, бей, я хочу кое-что проверить. Иди сюда. О, щит не помог. Смеется, блин. Он что-то нами еще ржет, блин. Ага, ржет так, блядь. Иди сюда, тварь, блин. Так. Блин, а. Закончилось что? Хилка быстро заканчивается. Так, гоблины. Сзади. Опа! Собака. Тотем есть. Да. Чего там, справляетесь? Шамана вижу, напрягают, да? Ай-яй-яй, как больно. Ушел. Тихо. Ух ты! Ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух, горю. Это твой мать, блин. Ай-яй-яй. Сука! Ушли. Горю. Там ухуки КД 2 минуты. Блин, маленький какой-то. Меня грохнули. Ага. Блин, а как камера трясется? Меня же вроде вырубал. Выключай. Трещение камеры. Я же вроде вырубал. Народ, я к вам. Неудобно. Собака, уйди! И тут только я. Я же говорю, уйди. Можете подойти, забрать тотем, там есть. Всех убили, да? А, ты его забрал уже? Тотема нету, а скинь, да, мы его хоть включу. Подберем, под чем дает, что нет? Да, Серега такой приходит, самый ушлый, все забирает постоянно. Серег, что тотем дает? Кидай. Тотем — это штука для призывания. Ну, я понял, я в смысле, может, он что-то нам откроет. Нет, нифига. Олег, глаза держи. Только на истину. Собирайте ячмень, кстати. Ячмень. Ой, не ячмень, это. Он просто показал тотем, типа. А нахера разбирать деревню, кстати? Чтобы не появлялись, чтобы они, да? Не возродились. Так мы же тотем уже убрали, и все. Ну. Не. Они поэтому хихикают, кстати, где-то там. А, это вторая деревня? Да, скорее всего. Давай вот это возьму. Да. Вот. Давай снесем тогда. Здесь больше всего помогает булава, короче. Есть 10 дерева, там еще один есть с ним. Там они еще стреляют или что? Да, они там наверху стоят. Дом сразу ломайте, понизу, все. Чувак, ты что там делаешь? Иди сюда, блин, гоблин. Что-то я камень бью, блин. Он сам потом обвалится. Такс, понял. Уходим, я бил камень, походу. Ну бей же ты, ё-моё, чё ты? Не хочет он бить-то, а? Вот так вот. Давай стрела вот просто эти. Просто нижний блок у дома сломайте, он разрушится. А если тотем? Всё. Чё он там это? Ну давай ловить. Ха-ха, там давит. Чё на ухо? А эта штука у нас... А, левитирует немножко, да, в воздухе? Ну да. Всё, вот сейчас. Блин, я опять через костер прошел. Смотрите, по чуть к нам утро подъезжает. Да, помаленьку идем на босса. Сейчас только я себе шлем поменяю. Левеньку дочистили. Потихонечку так, судорожно, да, не идем. Спеша, не спеша. Через 200 метров поверните направо. Комар! Иди сюда, бля. Жди, когда он... Тут собака не хочет, блин, да? Умирать-то. А, там еще один приходит. Ну да, стрелять придется в него.
Вот, я попробую попасть. Ха, попал, блин, прикинь. Попал, нормально вообще, мастер. Так, все, меняюсь. Стрел на базе скоро будет целая куча. Стрелы. Что будет целая куча? Игл. Орлов будет, да? Так, кстати, Eagle. Вон они хохочут, там бегут два брата. Да, они уже к нам идут. Два брата-акробата. Один лопата. А, это было больно. Чего там? Прям, да на пол шишечки его засадил. А, вот так вот. Готово. Тут тропа, что ли? И вот тебе и босс, рунный камень. Пора читать. Да. Его смертная душа была разделена на весь его род. Урод. А, недостаточное урод. Подношение. Давайте у кого-то. Выставляем сюда тотемчики. Выставляйте сюда тотемчики. Серега. Меня нету, я скинул серки. Тотемы мне скинул? Значит, серьезно? У меня ничего нет, отсутствует требуемый предмет. Давай, да. Сейчас, секунду. Олег всосал все, короче. Они похожи у меня все, ага. Насосал, Олег, короче, тотемчиков. Как всегда. Олег пылесос. Пылесос, смотри, вот напылесосил. Вы кидайте, а кто подбирать будет? Скажи спасибо, что у меня оказались. А то вообще, блядь, сейчас на босса пришли. Запускаем. Да, а погоди, может нам сначала туда уе туда, не? Уе. Давай, пора, уе. Мы уе, я первый, который уе. Блин, это... Народ, это у нас тут есть постройка. Такс, яглут. Яглут его называют. Вон, рука высунулась. Вторая рука высунулась. Нам выход силы. Стамина закончилась. Мы свалили уже. Все. Я сделал парочку скриншотиков, мы можно валить. А, нормально, потом... Ух, ни хрена себе, он не маленький. Кронсов, что, а? И камни с неба вот сыпятся, да? Ага. Так, стрелять в него, короче. А что-то он завис маленько, что ли? Нормально. А мне показывают, что у него здоровья нет. Полное здоровье. Как это? У него полное здоровье. Потихонечку уходит здоровье. Но потихонечку. А я шкалу просто не вижу. Сверху. Нет, я, да, нет, она есть, стрелы, но она вот пустая. 32 наносит стрелы, а вы говорите... 15. У кого-то 49. Ох ты же, ё-моё, нихрена себе! Я сдох. Нормально. Вот я вам чуть-чуть и говорил. А мы не выпили от костра, блин, от огня, то есть. Она, ну, так, да, же, как и от яда, до конца не защищает. Mm-hmm. Не, чё, мне все надо дохли, что ли? Выключить, нет, камеру живой. Надо. Не-не, я живой. Дамага много бы вы это вынесли? Я не знаю, сколько я вынес. А у нас тут, кстати, день, такая погода хорошая. Вы там босса бьете, а у нас тут красиво все. Ага. Светло, туманчик, правда, а так нормально. Тишина вообще. Мы там вдали слышим, что кто-то там что-то Ой. О, комары, блин, ты вою же медь. Давай, Олег, с левой стороны, походу. Это там хорошо, комар, что он в воде забагался. А у него там забагались уже. 82 наношу ему урона, 142. Блин, всосал все камни, все деревья, блин. О, потемнело. Камень, кстати, прикольно стоит. Яглут на русском его звать будет. Но лучше не звать. Давай. Я вылезет такая тварь. Чпонь. Покушать. И покушать. Вот так. Я глупый. А вы что там спустились, не понял? Да, я его руками бью. А камни 217. Там огонь. А я уворачиваюсь. А да, вот так. Ну, давайте попробуем. Ну, поджигает как бы, но. Сколько у него здоровья, ребят? Блин, я комар догнал. Блин, я тряску хочу убрать. Тряску в настройках, да? Да, да, прочее. Да, в настройке. Я тоже вот ее убрал. Ну его нахрен, тряска камеры. Там экран трясется. Да вообще капец, ни хрена не видно. Вроде же вырубали. Может, после обновы? Может быть, кстати. Так, надо что-то от комаров делать. Нормально такой. Его не убежишь от комара. О, драук пришел из воды. Серьезно? А, я снимаю его красивым ракурсом, короче.
Чего такое весь? Ай, как больно. Давай, это для записи, это для скриншота, то есть скриншотики. Да, обычный, по-моему. Ой-о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 й. ЛГБТ может поддерживает. Ой, какой он сильный. Чё? Ничего. Красивый кадр, красивый. А, 260 урона ему внес, а он мне два раза больше. А я скрины делаю, вы его бейте, бейте. Кого бейте, бейте. Я сейчас откисну. Давай. Все, короче, включаемся. А у меня бревен с собой нет, чтобы... Такс, хорошо. Че это такое? Это музыка какая-то. А, он к нам идет, кстати. Смотри на него, красавчик. Да что ж такое? Да что ж такое, ж твою же... Ох, лава, блин. Как Олег старается не сдерживаться. Сдерживаться, да, Олег, ты вообще красавец. Сдерживаешься прям ради нас всех. Задолбали комары, блин. Вот негодяи, да? Дроу. Надо посмотреть, какие хитпоинты у него снизу. И надо было здесь ящики со жратвой поставить. А блин, твоя мать. Костер сломал. Сюда иди. Пионеров не любит. Давай. Отлично. Иди сюда. Сколько у него здоровья, ребята? Я вообще ничего не вижу. А, мы одну десятую сняли, наверное. Ау. Так, ну окей, давай тогда вот так. Ай. Бля, меня яд уже убивает, ё-моё. Какой яд? Да, этот слизень, как его, зеленый. А, у нас тут слизень появился? Да, блин. Давайте аккуратненько работать будем, вот так вот. Ой, Серега, вижу, немножко сейвится, да? Чтобы его не убивали. Да я тоже тут за пальчиками прячусь. Да. А мы на башню залезли. По-моему, Серега скис. Олег, ты аккуратнее бежи, и когда комаров видишь, я же говорю, я обходил их. Они догоняют. А они вообще не регались на меня, то есть не это вот не агрились. Просто. Ну, я пытался обогнать, но... Ты обгадать их не надо, просто нужно сбоку зайти. Надо было серебряный меч сделать, Серега. У меня он есть. Да? Да. И что ты не идешь в ближнюю атаку? Сейчас попробую. Так, давай я по максимуму гляну, что у меня лук дает. 41? Нормально. Тоже неплохо. 37. Когда как, короче, если в спину? В голову лучше даже. Где он камень тут поломал? Все, иду. Вот, короче, плюс-минус 30 дает лук. Этим мечом сейчас попробую. 184 я наношу ему. Чем, мечом? Да. Давай. Ой. А я не вижу, сколько я наношу, блин. Ерунду, 59, короче. 32. Надо побольше атаку эту, как его, средней кнопки пробовать. Это долгая она. То есть ты по ДПС... Да, и стамина много теряет. Больше на 3 атаки. Но... У меня есть, кстати, очень дурная идея. Говори. Какая? Какая ты идея? Заарканить его. Да. Заарканить. Мы только за. Короче, у меня лук этот не лук... О, твою мать. Так. Не, нормально, живного горю. Я его это... Меч у меня делает 47 дамага. Это вообще ерунда, блин. Короче, я его... Ты какой, серебряный? Серебряный, да. Так я про что и говорю. А Бро говорит, что у него 100 с чем-то дает дамага. Ой, как больно. Я попробую булавой, ради интереса. Давайте, я вот пытаюсь оттянуть по полной программе. Чё за синяя хрень? Это пламя его. Я его унес, ребята, я его унес. Хилка, давай. Теперь главное нет. Я хилюсь, просто хилюсь. Жесткий, короче, парень. Да, а очень. Маудер что дает нам? Может активировать его нашего? Маудер этого? Нет, это у нас попутный ветер. Блин, надо было взять другого. А у кого-то что-то есть? Здесь стихийный урон у него. У меня древний, бля, а то... Давайте активируйте кого-то, чтобы вместе это... Здесь стихийный огонь, у него... Против него у нас только эти... Медоуха. А, и никакая эта вот фича не поможет, да? Да. Так, я его снова заарканил. А заарканил это что? А, ну на гарпун его посадил.
фичу отдает. Я его могу таскать по всей карте. А, если... прикольно. Ну, пока бы насос не закончится. Ой-ой-ой. Хотя да, бывает. А, он, кстати, хилится же еще, точно. Это думаю, что у него. Блин, с меча бывало у меня 91 урона, но хрен. То там. У меня с меча нечасто. 73. Все, хряпали. Ворачивайтесь, ворачивайтесь. Перекатывайтесь. Хилься живи, давай, скоро один палец, кстати, упадет. Так, на меня смотрит, на всех смотрит. Короче, его стрелами вообще бесполезно, Сколько здоровья у него? Чуть он больше половины. 60%. Вот, то есть, ну хорошо, если. Уходим мы из этой синей хрени. Да, она самая слабая у него. Ну, один хрен. Вот сейчас можно. Вау. Да, 95 было. Я потушился. Да уйди ж ты с камня. Твою мать, блин. Воду. Поможет? Ни хрена. Он в этой синей хрени этот хилится, потому что. Чуть-чуть что-то у него. Хотя я что-то не заметил. Тридцать шесть. Ай-яй-яй. Вокруг него так бегать просто. И хилится. 220 вон Серега принес ему. 250. 220 с чего, кстати? С третьей атаки. Он 200 по 19. 278. А, черный меч. Она самая... Она длинная и много стамин убирает. Ой, мне сейчас хана. Хилка есть, хилься. Нет, у меня 24 секунды когда. Нет, что-то мне мало ушло. Такое так. Ай-яй. А с ней еще меч сильно ломается. С ней это с чего? С этой атаки? Да. Все верно. Сейчас огненное зелье кончится, сейчас спустим. Ой, это черви гребаные. Тут еще черви еще ползают, блин. Яда мне накинули. Не могу употребить. Так, хорошо. Топором буду херащу. Давай, хилься. Ну вот такие вот у нас. В принципе, да, он еще и отхиливается потихонечку, зараза. Говнюк, да? Топором очень плохо. Кстати, когда он тебя поджигает, ты моментально высыхаешь. Круто. Есть плюсы, да? Не все так плохо, короче. Обновить ему огненную хилку. У меня обычная хилка не работает. Почему? Потому что она буквально на 3-4 секунды. А потом 2 минуты КД. Кулдаун типа, да? Да. Она у меня почему-то перечеркнута. Это кулдаун есть. Да, это надо подождать. А-а-а. Но зато стаминку сейчас восстанавливаем. Правда, ХП мало. Так, это у нас работает. Пойду-ка я спрячусь и отхилюсь. Давай, хилься. 3 секунды. У меня кулдаун закончился. Отлично, жить можно. Ух ты! А я пошел прям к нему, прям. Нет, это было бы побольше этого стамина, можно просто вокруг него было крутиться. 58, 38. Жри то, что на стамину, и все. 90 это. Вот так. Хлебушек. Эц. Чё-то я камень бил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Твою мать, камень, уходи, блин. Стрелами закидываю пока. Отлично, он вообще жив. Стамина говно. Давай сзади. Эц. 8 секунд осталось. Давай. Мало ХП. Мало ХП. Чё по здоровью у него? Да по здоровью у него меньше половины, 1/3 осталось. В принципе, хорошо бы так на него налечь, и будет нормально. Блин. Костя, лечись. Кстати, мы хорошо держимся, то есть, по крайней мере, не умираем, это да. Уже плюс. Ну да.
Это уже неплохо. А я стаминку восстанавливаю себе. Я ему сейчас в спину уронил. ХП сейчас у меня поднимется. И нормально будет, и пойдем дальше. Бить его. Ну давай, ХПшка. Не хочет. Кулдаун. Постоял, называется. Да он на меня... Он, нет, метеорит в меня кинул. То есть мы нашей постройкой так и не... Ну, еле-еле воспользовались, да? Да, то есть зря время тратили. Ага. Так, в принципе, чуть-чуть осталось. Я жду ХП себе поднять. Он там что-то под... Да не, он сейчас бьет, бить будет. Он метеоритами может издалека каждый раз скинуть. Это осторожно. Олег только что прочувствовал. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау! Воду сбили. Ага. Все, кулдаун зашел, ушел. Так, мне баб отхилиться надо. А, да, он забаговался маленько. Вообще стоит, смотри. А, Серег, не двигайся, я бы его буду бить. Мне а я давай со стрелами. Проснулся. Блин. Вроде медовуха против огня, но по-любому дамажит. Да, но меньше. У меня все стрелы. Не, мне я стрелами фигачу пока. Все, он сейчас ляжет. Валим. Есть. Все, есть. Накрякнулся. Кайф. Блин, ну сколько у нас ушло на это? Ну не очень много времени. А что, можно мне трофейчик снимать? Да, снять упало, нет. Синие штуки, которые... одна штука у меня есть. Я glued thing. Да. А что на английском? Потому что этот предмет потом будет заменен. Скинь, посмотри. У кого еще есть? У меня одна штука. У меня ничего нет. Кто-то всосал в себя все это. Всосали прям. Ну, а тут же на автомате все. Да. Я думаю, что мне прилетело, короче, а там пиявки, оказывается, я тут пробежал, мне начало это... Да-да, они ядом это дамажат. Что такое, откуда? Так, скиньте кто-нибудь, чтобы это... Тебя не скинули? Да нет. А у кого есть две штуки? Я камни хапаю. Две штуки этого... синей хрени. По-моему, вот только... кто-то сейчас... У меня одна? Кидает, и они под текстуру летают. Я камни кидаю, я не могу ничего другого брать. У кого-то две штуки есть? Забит камнями. Не, но строение целое осталось, потому что мы тут сильно много не сидели. Да, потому что мы здесь не сидели, да. Он его не дамажил. Его бразбило нафиг. Нам сейчас что-то должно открыться, да, то, что еще не работает. Такс. Забирай. Но фундамент сломал. Если мы здесь всю игру как бы сидели, он бы сломал все это вот, всю эту хрень. Так, ну окей, я обратно тогда это складываю. Не-не, забирай, мы же отсюда уйдем. Он саму скалу не ломает. Ну, скалу да, он бы не поломал, но у нас бы крыши не было над головой, если бы он сломал ее. Зато бы сразу помогал. Бро, а ты где? Сейчас подойду. Вот, это шмотки Олега валяются. И комар. Да там нет шмоток. Вот этот комар, скотина, меня и это. Собака вот такая вот, да? Едем череп вешать. Да. Последний череп. Дверь только закрой. На всякий случай. Не, да. Да. Так, что такое? А мы тут уже, да, мы уже здесь, мы уже это, мы ну, как бы все. Смотрите, друзья мои, у нас есть первый босс, закончен, есть трофей. У нас есть второй босс, закончен, это деревяшка такая бегала по лесу и убивала нас. У нас есть третий босс, слизень, или хрен знает, как его зовут, но вы поняли, масса костей. Четвертый босс, дракоша. Мне самый такой босс понравился, вот дракон. Вот прикольно было. Да. И не трудно, и не легко, как бы, но в меру все было. И последний босс, это этот скелет, мне так себе понравился, было эффекта, но все-таки понравился. У кого есть трофей, поставьте его. О, да. Но он самый здоровый трофей, мне кажется, не? Да. Да. Так. Самый здоровый. Круто, а? А ну-ка. Черепок. Павший принесен в жертву. Так, модификатор урона стойкий к огню, льду и молнии. Активируй силу. Хорошая вещь. Да, то есть когда пойдем на... Яглут. Куда-нибудь еще.
когда пойдем на следующего босса, которого якобы добавят, потому что здесь еще место есть. Смотри, как минимум одно место здесь есть. Или два. Даже два. Тут два камня еще влезут. Могут их и сдвинуть, по идее. Конечно, если там что-то замутят разрабы, то они и расширят весь этот круг. Вот. И пока мы сюда бежали, ребята, возникла такая как бы идея. То есть очень много контента, который мы еще не показали. То есть это приручение волков, это приручение кабанчиков. Но остановимся на приручении волков. Их можно приручить штук 10. Что вы делаете? Мы тычем в тебя ногами. Они будут. Я прокачиваю себе тыканье. А, ну ладно. Даже у меня прокачало. Вот. Давайте прокачаем себя. А, приручим... Вы там пока тыкаете, еще уровень. Размножим штук 10 волков и пойдем заново на боссов. Посмотрим, как будут питомцы наши разбираться с этими засранцами. Разбирать этих. Да, потому что мы слышали, что если пойти со стаи волков к любому боссу, они якобы должны его разорвать, не знаю, там, за считанные минуты или, может быть, даже секунды. Да, они защищают же, как бы, типа, нас будут защищать, своих хозяев, и будут разрывать боссов на раз. Но я три уровня прокачал тыканье ногой в бро. Космические силы Игл-то. Да, вот. Так что, друзья, если вам все понравилось, не забудьте подписаться на наши все 4 канала, потому что нас тут четверо и у всех есть свои каналы, как бы все ссылочки в описании. Зайдите ко всем нам, посмотрите, как это все выглядело с разных сторон, потому что каждый занимался своими делами, страдал по-своему. Да-да-да. Также напишите, что можно было бы сделать в этом видосе у всех по-разному же, да, поэтому у кого-то можно было сделать получше, у кого-то можно было что-то там похуже сделать, поэтому как бы не стесняйтесь писать нам советы какие-то, также по игре, по техническим каким-то там моментам. Потому что мы тоже как бы не все прям эти вот асы в этой игре, но все же древний и бро немножечко прям хорошечно прям так врубаются, как в эту игру как бы играть и чем она вообще дышит. Поэтому чему-то от них еще можно даже научиться. На это дело больше времени. Да, и вот это моя мечта была, бро, дать прям, смотри, ногой прям по лицу, потому что он сел так удобно. Вот тебе и талё. Да, и пишите свои предложения, что вы хотели бы увидеть, например, там, не знаю, какой-нибудь челлендж, блядь, да, 20 волков на одного босса. Так, бро, расскажи свои последние два слова. Слово. Последние два слова? Да. Ну, да, две копейки, как говорится. В твоей жизни. Утки крутые. Утки крутые? Был у нас вот момент хороший, не будем мы. Про плохое, но он был все-таки. Да, не будем про него. Да, друзья, короче, побесились. Так, присядем напоследок. Давайте. It's... Ой, Давид. Вот. Так что, ребят, всем пока. Да. И до встречи. Обязательно. Всем удачи и всем пока.